находится, в Петербурге. Давайте. Сергей, отдели отдельно. С воскресным днем. Сейчас, минутку, обожди-ка маленько. Вот. Я не один, батюшка приехал. Слава Богу, рад вас видеть. В Бишкеке, помните, вы приезжали там, да, неоднократно? Сергия, забыли уже? Не помню, правда, не помню. Пономарем был, Пономарем, у отца Владимира Цветкова. Это какой год-то был? Это где-то 80-е годы. Плохо слышно что-то. 80-е годы где-то было, да не надо. Ну, плохо слышно, говорит, не надо. Ну, разговаривай. Ну, ты разговаривай, слышишь на меня, Томик, опусти, говори. Ну что, говорить-то нечего, все сказал. Все по-своему, ничего не надо. Ну, в каждом деле, если опыта нет никакого, вот микрофон, я поднял, говори. Ты говори, что? И он Игнатий спрашивает. Твои его слова ему не слышно. Ну, Игнат Тихонович, да, я вам послал там ссылочку на одного священника в Египте. Вы посмотрели, там как он это, ну, к людям пошел в мусорный город и стал нести Христа им. И у него община, потом они в скале там храм вырубили и возле города и молятся. Посмотрели? Нет, не смотрел. Ну, расскажите, что это? Я лучше посмотреть. Я вам по скайпу ссылочку послал. Когда? Да дней, наверное, 5-6 назад. Там она есть у вас, должна быть. Отец Салман. А, да это я знаю. Это египетский город мусора. Да. Да, это я много раз смотрел, я знаю это. Вот. Вот как он обратил. Христа людям нес, и ну, все. Не знаете, как они теперь, живые, нет? Или их там всех убили? Вот это не знаю. Я вот посмотрел недавно, вот сам узнал только там дней 6 назад, 7. Не вам послал сразу ссылочку. А я это знаю. Он у меня где-то стоит на форум перенесенный. А. Слава Богу. Так, что у вас там? Ну, у нас хорошо, слава Богу. Потихоньку молимся. Вот так. Так, ничего, слава Богу, все милостью Божию. Я вот еще что хотел. Насчет все-таки, насчет крещения поговорить с вами. В идеале, конечно, погружение. Это понятно. Но вот у вас такая, как бы, есть категоричное отношение, что если по обливаниям, то не крещеный. Вот. Там ладонью об лоб, мозги по стенке. Я вот с этим вот не согласен. Почему? Потому что есть все-таки, ну как бы, скажем так, баптизм, погружение, переведено это чисто вот греческое. И отсюда у нас пошло. Да, идеал это погружать, очищать. В Иудее тоже было вот как бы погружать, очищение скамей там и сосудов. Там даже на 6 часов, вот на сколько, на 6 часов погружается, которая вот мясная посуда. Потом с нее можно есть молочную, очищение. Это понятно, но не всегда погружением, не всегда, потому что омовение. Как бы на иврите, на еврейском, Иоанн омывающий, по-нашему креститель, а уже у греков баптист, у них нет другого, баптисты все, баптизм. Христос, когда говорит, крещением должен я креститься, Евангелие от Луки, крещением должен я креститься, это же не погружением погрузиться, если только у греков. А он говорит, омытием должен я омыться. Он на иврите говорит, среди своих. Омытием мне придется омыться. Или как он к этим сыновьям Зеведеям, можете ли пить чашу, которую я пью? Или можете крещением креститься, которым мне надлежит креститься? А они говорят, можем. Крещением это в том, он говорит, а омыться вы можете тем омытием, которым я омоюсь? Они говорят, можем. Говорят, хорошо, омоетесь. Но посадить вас не от меня зависит. Вот. Поэтому омытие бывает разное. Вот, например, возьмем Иезекииля, да, вот это 39 глава. И говорит, и окроплю вас чистой водою, и вы очиститесь от скверн ваших. Окроплю. Я смотрел на все. И на иврите смотрел я, и на церковнославянском. Везде окроплю. Также окропишь имя Иисопа, и очищусь. То есть
И это, я смотрел толкование на это место. Толкование смотрел. У Лопухина, правда, я больше других не нашел. Там говорит, что это на крещение. Это как бы намек на крещение, вот это вот окропление в Езекииле 36. Так что я считаю, что если ну, нужно, так сказать, как бы в таком случае, в экстренном, то допускается и крещение обливанием. Вот. Не только... У нас православная церковь. В православной церкви есть каноны. Вы это признаете? Признаю. Признаем канон. Канон говорит так. Каждому, значит, таинству, у нас 7 таинств, каждому таинству есть формула. Таинство крещения. Что такое крещение, спросит? Крещение – это таинство, в котором через трехкратное погружение в воду, не крапление. Какой канон? Другого нету. Нигде. Канон, номер канона и это. 50-е правило апостольское. 50-е правило апостольское. Значит, там сейчас, говорится подожди, так. Сергей, пусть батюшка скажет. Сергей. Подожди, говори. 50 правила не годится. Сейчас, подожди, Сергей. Там говорится об одном погружении. Сергей, подожди. Сергей, мы выслушали, пусть батюшка скажет. Хорошо. А то он уедет сейчас. Говори. Другого православной церкви нет. Любого, вот вы подойдите к любому священнослужителю и спросите, батюшка, что такое крещение? Вам самый, который никогда не крестил полным погружением. Только он обязательно должен сказать только это. Только трехкратное погружение. Другого нету. Просто нет. Он другого не может сказать. Другое есть такое, что есть, как вы говорите, какое-то там ну, послабление. Если парализованный человек или в тюрьме к смерти приговоренный, ему нельзя выйти. Тогда вот, об этом я и говорю. Обливание допускаю. Но не так, что сегодня, когда построенный храм, в него десятки, а то сотни миллионов вложено, построена гостиница при храме, построена трапезная, так что можно 1000 человек посадить за... А крестилки нет. Почему? Нет возможности построить крестилку. Глупость это. Это глупость. Так это глупо повседневно. В каждом городе, в вашем городе, где вы живете, узнаете. Это вы, может быть, из 100 в одном храме найдете, где есть крестилка, где крестят полным погружением. Понимаете? Ну, так и есть. Храм такой есть у нас. Есть. Федоровская икона Божьей Матери. Я в семинарии учился, когда в Москве это были... 80-е годы, 85-90-й год. Заочно тогда учились. И один был такой там профессор Глухов, самый канонист. Ну и когда лекции читает, есть какие вопросы? Есть. А до этого мы жили все заочники, а все протоиереи там уже, ну, в священном сане все были. Вот. В гостинице жили. Вечерами там устраивали мы такие беседы. И вот о крещении зашли. А тогда отовсюду было. С Украины были там. И с Молдавии, с Латвии, со всего Советского Союза были. Ну и говорят, на Украине. А у нас крестят, батюшка проходит крапылом. Крапылом. 50 человек, говорит, сопило, и крапилом покрапил. Другой говорит, а у нас, говорит, из чайничка ходит, чайник заварной. И чайничка каждому поливает на голову, и все. Вот завтра будет лекция, давайте, кто? Ну, отец Аким поднял. Давай, говорит, ты будешь спрашивать у профессора. Ну, есть вопросы? Я говорю, есть. Я ему говорю, как вызов. Вот если так вот крещение, а нет возможности, можно так, что вот голову только помочил. Он мне сразу, что такое крещение? Скажите. Ну я ему говорю, что вот это таинство, в котором через трехкратное погружение в воду с произнесением слов во имя Отца аминь, Сына аминь и Святаго Духа аминь. Он говорит, аминь. А остальное все, говорит, профанация. Другого нет крещения в православной церкви. Нету. Остальное, говорит, все профанация. Профанация, ищите в словарях, что такое профанация. Нету. А это все выдумки сегодня. Можно так, это небрежение, это, кажется, наплевательское отношение к делу. Ну, отец Эким, давайте скажем, что выдумки не сегодня это было, были значит, такие. Конечно, не сегодня. Не сегодня. Но еще и, значит, да. Идеал, конечно, погружение, через погружение. Это не идеал, это таинство. Мы это не можем, это таинство, значит, у нас таинство какое есть? Таинство совершается. Елея освящения таинства. Мы не можем. Там написано, чем? Маслом помазывать. А я начну не маслом помазывать растительным, а что? Сливочным маслом буду мазать. Правильно это или нет?
Написано. Не должно быть так. Не должно. Если у нас причащение, какое должно быть вино? Виноградное. А если я начну клюквенный сок надавлю, да буду вот делать? Вот подождите. Вот вы говорите я так. Сливочным маслом вы решили мазать. А цель какая? Богохульствовать этим? Или надсмеяться над таинством? Или что вы хотите? Точно так же и здесь. Это только на... кто сознательно, а кто бессознательно уже по привычке делает, насмехается над этим. Пришли только что, заплатили деньги, а там помочил голову и пошли дальше. А человек даже не верующий совсем. Он потом не знает. Это беда, это беда, это уже... Это исправлять эту беду, избавлять людей от этой беды. А вы говорите, что есть вот это, да, что-то такое, много говорите и такое, что... Да ну, в общем-то, и не важно трехкратное погружение. Как бы так из вашей беседы. Нет, трехкратное погружение важно. Все, и трехкратность важна. Все. Но другое дело, что если человек находится в каких-то в таких условиях, что невозможно сделать погружение, допускается обливание. Я об этом говорю. Аминь. Аминь. Но трехкратное. Но сегодня трехкратное. Тысячи людей, что нет возможности. Мы вот здесь, вот я в городе пойду, что нет, есть возможность. Но есть почему возможность. Ну, так есть. А то есть уже построены купели для крещения взрослых. И я смотрю, а где у вас? Да есть, говорит, а что там? А там панихидный стол положили на этом доску, и там свечи панихидные. Это в Москве был, я в храм зашел. Так делается. Ну, понимаете, что? Не кричат, а что? Но в другом месте спрашивают. Я в Москве был, допустим, в 10 храмов был, только в одном храме. Нашел, где крестят полным погружением, а там, да нет, мы, ну, крестят, батюшка, если кто-то сильно попросит, то батюшка покрестит полным погружением. Воскресение славущего есть такое, или славущего, там вот я был, воскресение славущего в Москве, там полным погружением крестят, купель есть. А у нас Федоровская икона Божьей Матери, купель есть, полным погружением крестят в этом Федоровской иконы Божьей Матери храм. Сергей, рассуждать, что другое, что-то оправдать, вот там исключительно. Если исключительный случай, там уже сам случай говорит, что по-другому ты просто не сделаешь. Я крестил месяц назад человека, который 13 лет парализованный лежит. Он не может ни рукой, ни ногой не двинуть. Он сам перевернуться не может, ничего. Сергей, тоже его имя такое. А, Сергей, знаю, да. Знаю. Он этот модератор. Да. Как его, куда погружать? Никак, я его крестил обливанием просто. Вот и все. Вот этот случай. Какой случай? Случай, он сам будет говорить сам за себя случай. Можно это сделать или нельзя? Почему у старообрядцев за 300 лет ни одного случая не было? И у баптистов не было, чтобы они не погружали. Хоть в одно погружение, но все равно погружают. То есть человек должен умереть, а потом восстать. Ну, у них извращение свое там, они не знают, конечно, они извиняют, но их перекрещивают, они не знают по незнанию. У них нет предания, как крестить правильно, что правильно. Но они погружением крестят, другого нет, никто не знает, они погружением крестят. Да это понятно, все. Это понятно, что погружение. А мы все знаем православное, они крестим, все извращаем. А они усвоили это, усвоили. Дело в том, что в православии извратили люди, а там извратил бес, поскольку они не знали, как надо. Они поняли, что баптизм, погружение, все, они погружают. Но как правильно, они не знают. И откуда вы знали, что тут люди, а там бес? Там и там бес, один и тот же портит-то. Тут настоящее таинство портит, а там, если люди не в церкви, меньше спрос-то будет. Там спрос меньше, да. И поэтому, а вот скажите, вы говорите, у вас там где-то Федоровская крестит, а к ним придет и скажет, меня мочили только голову. Они будут такого крестить? Нет, не будут. Вот и все. А таких перекрещи, вот эти, которые моченые, их из 199 уже моченые. Как печать Антихриста стоит. Таких не допускают. Ни продать, ни купить. Обманутые люди. Обманутые вдребезги при том. И при том нужды нет. Воды боятся священники. А Филипп и Евнух оба сошли в воду. Оба. Священники воды боятся. Я узнал, кто боится. Укушенные и заболевшие бешенством. Фобия воды. Укушенные и заболевшие бешенством? Ну да, написано лютые волки. Лютые, то есть бешеные. Интересно. Скажите. Я не знал такой Сергей, вещи. Сергей, вы у вас в храмах видели, когда венцы... Почему венцы на голову не надевают, когда венчают? Тоже надо что-то найти. Сейчас держат венцы, да. Ну, вообще, надо даже надевать. Мне надевали. Почему не надевают, я спрашиваю. Там, где не надевают.
Причина какая? Да не знаю. Венчания нету. Раз венец не на голове, так не бывает, что помахали венцом, и нет этого венчания. Почему? Священник говорит, волосы разные, как бы меня не запачкали. Волосы грязные. Ну да, а больше причины, говорит, никакой нету. Я спрашивал. Если часто надеваем, ну фуражку мы надеваем, от фуражки-то остается. И фуражка-то пачкается. И пачкается платок. А у него-то надевать-то приходится не один раз. Я видел, я знаю. Это дело я видел много раз. То есть, что держит венцы над головой. Венчания нету. Совершенно нету. Это обман. Почему я никогда не интересовался, не спрашивал. Теперь тайная исповедь. Возьмем таинство исповеди. Стоит в двух шагах от него 40 человек, давит. Какая-то тайная. Почему у католиков так не делают? Там за решеткой в отдельной исповедальне сидит, на коленях подошел, остальные в другом конце. В определенное время. Нам ни с кем нельзя сравниться. Более небрежного, проклятого небрежения, 48 глава 10 стих Иеремии, говорится, как у православных нигде в мире нету. Нигде. Ну, смотрите, вот избирает первый, самый молодой президент был Джон Фицджеральд Кеннеди. Ему было 35 лет, это, кажется, 2 месяца. Так над ним смеялись, как над ребенком. А кем ты хочешь быть? Он говорит, президентом. А когда вырастешь, кем будешь? Но здесь решили Рамзана Кадырова поставить на 30 лет. Главой администрации назывались еще президент республики. Он не согласился. А его совет, там, который законодательник, давайте понизим планку, это имеем мы право. Он говорит, не надо. Не надо. 5 лет он учился в университете и все равно стал, ну, президентом стал, а потом говорит, не надо, президент один в стране. Глава администрации. А тут до 30 лет рукополагают, в 17-20 лет могут рукоположить. Что непонятно-то? Самые большие презрители законов и канонов – это православные. Ну, здесь понятно. Вот на каком соборе было, что до 30 лет не рукополагать? Что это? 6-й Вселенский собор, 14-15 правила. Вот. Запиши. А до этого рукополагали? До закона, пока закона не было, рукополагали раньше. Закон вышел. Иоанн Богослов стал апостолом юноши еще. Да, самое-то главное вот в чем. Что, когда они говорят, Павел, каноны, они не объясняются. Сказано и все, выполняй. А этот дает пояснение. Ибо и Христос вышел только 30-летний. То есть это выше Христа лезут. Ну, так говорить нельзя. Это просто ориентир покажет. Христос вышел 30-летний. А сам Христос, он избрал Павла. Он юношей был, чуть-чуть постарше. Иоанн Богослов был юношей, сам Христос. Я тоже могу сказать, извините, вы там собрались в 6 веке, это самое, монахи, которые захватили. Вы не имеете судить, потому что в иудейском народе у ворот, даже у кого нет детей, не разрешали судить тебе. Ты не имеешь права судить, ибо жесток. А вы одни монахи собрались и придумали, что... А Христос, он избрал других людей. Он и юношей избирал, на сердце смотрел. Известно, что апостол Павел был юношей, когда... Ему больше 30 лет было. Раньше 30 лет... Нет. Когда он шел, он был еще молодой. И он раньше 30 лет, он отроком считался. И не разрешалось учить. Это закон еврейский. А когда он успел закончить университеты? А какой университет он закончил? Он сидел у ног Гамалиила. А Гамалиил кто был? Гамалиил это был учитель. Учитель. Вот университета. Учитель. Но учитель не в начальных школах, не первого, четвертого класса. Нет. Это не так. Это был известный. Во-первых, давайте скажем так. Если вы знаете еврейскую эту самую, так там вот все... Даже в простой деревне, чем отличие евреев от всех остальных, что в деревне всех и девочек, и мальчиков учили всегда читать, писать. Ни одного народа такого нету испокон веков. Даже если он нищий ребенок, у них нет возможности учиться платить, община деревни берет на себя это самое, это в законе написано, и обучает мальчика и девочку грамоте. Это обязательно. И другое дело, что некоторых пророков там разрешалось изучать там по достижению возраста какого-то. Вот. Но Тору учили и сейчас учат детьми. Так что он у ног Гамалиила мог быть и с 6 лет, с 7 лет.
Это не абсолютно. Чтобы в 17 лет Павел получил такие полномочия, что идти в другой город. Запросто. Запросто. Сергей, потому что во сколько... Сергей, батюшка уходит. Это не спорь. Доктор Мартенсен пишет об этом, Александр Мень из оригинала. До 30 лет ни одного учителя не было. Не было. В еврейском народе это испокон веков было. Это закон строжайший был. До 30 лет ни один не мог быть учителем. Вы не говорите, вам трудно будет пятиться назад. Вы тут просто не знаете. Учителя? Ну, не знаю, да. Да, а я не называю доктор Мартенсен. Я не видел этого. Я знаю, что учились с пеленок. Ну хорошо, зачем, спрашивается, стоглавый собор русский постановил два правила, что до 30 лет, чтобы не ставить в попы. Повторили правила Вселенского собора. А нарушил его и Аввакум, и Никон. До 25 лет оба рукоположенные. Ну, вот такие так, вещи. Так, все. Так, мы отходим. У вас вопросов нет больше? Ничего? Ну, в следующий раз перезвоню, если вам нужно. Спроси, Господи. Спасибо большое. Слава. Все, отходите пока.